Привет всем, друзья! Вы на канале Иерофант, с вами Марго Скоробей. Благодарю всех за подписки, за ваши замечательные комментарии. Мне приятно, что мои видео находят отклик в ваших сердцах и являются вам полезны в той или иной степени. Благодарю вас еще раз. Помним, что все ответы на вопросы находятся в нас самих, друзья. И главное увидеть эти вопросы и почувствовать своим внутренним «я», своей интуицией, что же хотят высшие силы, ваше высшее «я», ваша бессмертная монада сказать вам. Итак, сегодня вашему вниманию я предлагаю расклад, который называется «Мое желание». У нас с вами будет сделать несколько позиций, и мы будем делать с вами его на замечательной колоде Ленорман «Краски Востока». Что вам для этого нужно? Всего лишь сформулировать ваше желание. Пока вы, дорогие мои, будете думать над своим желанием, я буду просто тасовать карты, а затем мы с вами почитаем. Задумывайте, пожалуйста, свое желание, четко его сформулируйте. Помните, что всегда важна формулировка для вашего желания, для того, чтобы оно исполнилось. Помним, что вы можете очертить, лучше, если вы очертите какие-то рамки временные и все-таки его сконкретизируете для того, чтобы оно благополучно исполнилось у вас. Мы, конечно, помним, что этот расклад, друзья, общий, проигрываться может у кого-то полностью, у кого-то частично, но обязательно исполнится. Это вам будет просто совет. Итак, друзья, формулируем желание. И я буду выкладывать сейчас первую карту. Это момент настоящего, точка, где вы сейчас находитесь. И неважно, когда вы будете смотреть это видео, завтра, послезавтра, сегодня или еще в какой-то момент, то есть тот момент, когда вы нашли это видео, оно уже для вас работает, оно для вас актуально. Итак, карта прошлого будет второй картой. А сейчас у нас идет карта настоящего. Итак, где я сейчас? Где я нахожусь сейчас? Думайте об этом. Где я нахожусь сейчас? Мой момент жизни. Солнышко. Отлично. Вторая карта у нас будет. Прошлый опыт. Мой прошлый опыт. Мой прошлый опыт. Мой прошлый опыт. Мы его кладем под ноги. Следующая карта. Что не стоит делать для достижения цели, либо что будет мешать? Давайте посмотрим, что делать не стоит, либо что будет мешать. Эта карта у нас всегда влево идет. И что делать стоит, что необходимо делать, что поможет мне в достижении цели. Давайте посмотрим следующую карту. Так, и пятая карта. Давайте посмотрим итог. Посмотрим итог моего желания. Проигрыш моего желания. И мы эту карту пока кладем в закрытую, друзья. Итак. Вот у нас получился вот такой расклад. Солнышко. Так, хорошо видно. Красивые очень карты. У них красивая рубашка. Замечательные карты. Итак, да, я немножечко поговорила, чтобы вы могли прелаксировать и расслабиться. Возьмем карту поближе. Итак, карта настоящего. Точка, где вы находитесь сейчас. Мы с вами видим здесь красивое улыбающееся солнышко и сережечки пшеничные у этого солнышка. Эта карта говорит о том, что сейчас, в вашем моменте, здесь и сейчас, вы присутствует успех, радость, огромные возможности и удача. Ваша индивидуальная программа идет в резонанс вместе с социальной, то есть все слито воедино.
вы на гребне успеха. И эта карта говорит, что именно сейчас, в моменте, немножко до, немножко сейчас и немножко после момента, эта карта говорит о том, что у вас будет все хорошо. Она предвещает о самом теплом, о самом прекрасном, о самом солнечном событии вашей жизни и вообще вашей жизни. Эта карта говорит, что будет удачный исход в любых ситуациях, касаемых личных отношений, бизнеса, работы. В общем, то, кто на что задумывал, по любой теме из 12 домов гороскопа. И отношения ваши, если вы задумывали, то она говорит, что будут самые искренние, потому что это карта искренности, теплоты, где партнеры любят друг друга. Если вы задумывали о работе или карьере, то эта карта говорит, что вот-вот вы уже на пороге каких-то бонусов, повышению по службе, то есть отличных перспективах. А возможно, это ваш проект будет очень перспективный, очень солнечный и очень яркий. То есть любые изменения идут в лучшую сторону. Карта оптимизма, дружелюбия. А возможно, вы сами являетесь знаком стихии огонь. Лев, стрелец или Овен. Итак, ваша точка понятна сейчас. На что вы опираетесь? Смотрите, опора ваша идет, это карта дом. Дом – это семья, это ваша стабильность, это недвижимость, конечно же. И вообще, я бы сказала, это карта рода, это карта поддержки вашей семьи, ваших домашних. То есть вам в любых ситуациях вот этот ваш прошлый опыт, то есть вы можете смело опираться на своих членов семьи, вы можете опираться на своего отца, на своего мужа, как на его поддержку. Ну вот здесь видите, как глава семьи, супруга его и ребенок, да, то есть все вас поддерживают. И эта карта говорит, вот здесь вот врата открыты, да, то есть у вас хорошие связи с родителями, то есть прошлый опыт, обязательно его используйте во благо себе. И это отчий дом всегда вас поддержит, да. Недавно, можно сказать, у вас было завершение либо какой-то сделки, либо какие-то вот дела у вас удачно завершились. Возможно, это были сделки с недвижимостью, либо какой-то семейный бизнес также он хорошо для вас идет, и либо завершился вот каким-то мероприятием успешным. То есть вы можете хорошо восстанавливать свои границы и защищать их, что очень важно в наше время. Если это карта о каких-то ваших, так скажем, партнерах, деловых связях, то это тоже хорошо, как и на личном фронте, так и в партнерских отношениях. Вот. То что еще можно сказать? Здесь эта карта говорит о том, что вы можете опираться на каких-то таких вот уравновешенных, спокойных людей и людей таких самодостаточных. Ну вот это ваш прошлый опыт, друзья. Вот такая карта у нас вышла. Значит, ваше желание, значит, так делать у нас не стоит. Что не стоит делать для достижения вашей цели? Ну, мы видим тучи, да, карта дуальная. То есть свет борется с тьмой. И наоборот, мы живем с вами в мире дуализма. То есть люди в обычном мире, они делят события, людей, происходящее на черное и белое, то есть темное и светлое. Это только лишь маг, достигнув своего высокого уровня точки нейтра, он объединяет обе эти две энергии в одно, в единое целое, потому что так и есть. Мы не можем делить Творца Вселенной на темное и белое. Он есть единство, это нужно понимать. Но вот эта карта говорит о том, для того, чтобы достичь вашего желания, исполнения вашей мечты, цели, вам не стоит затевать скандал, и вам стоит избегать неприятностей. А также вам не стоит тревожиться,
потому что ситуация может изменяться в зависимости от вашего настроения, от вашего внутреннего посыла. То есть ситуация еще не сформировалась, ваше желание не сформировалось. И здесь эта карта говорит о качелях, о том, что если вы подумаете как-то негативно, может сработать совершенно обратным образом, в темную сторону. Не нужно быть скептиком. Вот эта карта говорит о том, что так делать не стоит. Так, хорошо. Следующая карта у нас... Как делать стоит? Ну, смотрите, здесь мы видим прекрасные, опять-таки, родовое дерево, три мордашки. Мы видим семью. И вот эта карта тоже нам говорит о поддержке вашего рода. Во-первых, вы будете физически, это карта здоровья, о том, что вы можете не переживать за свое здоровье в ближайшем будущем. Оно у вас будет крепким, сильным и надежным, как вот этот дуб или древо вашего рода. Ваши финансы будут процветать. В семье у вас все будет хорошо, будет все надежно и стабильно. Это сильный дуб. У него мощная, посмотрите, какие мощная корневая система. То есть сила вашего рода и материнского, и отцовского воедино сплелось. И все замечательно. Вот эти вот желуди в форме вот этих мордашек милых олицетворяют родственников и предков. То есть, как я уже сказала, здоровье будет крепкое. В плане бизнеса вам сулятся хорошие перспективы и правильный путь, но это не будет быстрым результатом. То есть смотрите, что вам делать стоит для достижения вашей цели: держать связь с вашим родом, это делать различные практики, делать различные медитации, то, что будет укреплять вашу личную связь с вашим родом, а также держите ваши связи с вашими близкими родственниками, с вашей семьей, и будет вам обеспечено достижение вашей цели. Единственное, что ваше желание, может быть, не так быстро исполнится, потому что, ну, по древу это немножечко медленное, но оно обязательно исполнится. Просто это не мгновенный результат. Немножечко нужно подождать. Вот такая вот эта вот карта. Замечательная карта. Ну и сейчас мы с вами откроем последнюю карту. Смотрим. Ну что ж, друзья, хочу вас обрадовать. Ваше желание обязательно исполнится. 300%, что оно исполнится. Вы видите клевер. А клевер – это счастье, это удача, счастливое стечение обстоятельств. Это притяжение, приближение всех благ. Хочу я вам сказать, лови свою удачу за хвост. Именно настал момент, не пропусти его. Мы видим радостный и счастливый клевер. Это карта удачи, конечно же, счастливого разрешения ситуации и приход помощи из ниоткуда, в самую трудную минуту. То есть, смотрите, удача по этой карте притягивается вам отовсюду, со всех мест Вселенной. Главное, не упустите свой шанс. Очень хорошая карта. Желание ваше будет исполнено, друзья. Если вам будут встречаться, кстати, люди по этой карте в ближайшее время, то они будут очень непосредственны и открыты для общения. Это помощь друга и удача всегда с вами. Ну вот такой, друзья, получился у нас расклад на желание. Я желаю вам всех благ, гармонии, внутренней, внешней. И не забывайте, что у меня действует акция. Пишите свои комментарии замечательные. Те, кто будет очень активен, получит от меня персональный подарок. Всем добра и увидимся в новых видео, друзья!